Следующая выступающая – это Лина Олмару. Она преподаватель нашей школы. Она преподает во всех классах человековедения. Но она делает это уникальным методом. Она известная, признанная актриса. Пожалуйста, Лина. Здравствуйте. Как Олег только что сказал, я преподаю человековедение в школе Святого Иоанна Богослова. Я уже пятый год работаю с детьми нашей школы. В сегодняшнем выступлении я бы хотела поделиться с вами некоторыми мыслями о надежде, которые появились у меня во время уроков человековедения. Но для начала позвольте сказать пару слов об организации уроков человековедения в нашей школе. Суть предмета – это воспитание ценностей. И мы используем при этом подход нарративной педагогики. С детьми первого класса мы изучаем человека посредством эстонских сказок. Во второй год обучения круг истории расширяется до сказок народов мира. В третьем классе знакомимся с мифами и героями Древней Греции. И начиная с четвертого класса, мы движемся к христианскому преданию. Это продолжается и в пятом классе. Мы говорим о житиях святых. Таким образом, мы проходим тот путь, который исторически проделало все человечество. На каждом уроке я читаю им одну историю. И дети, так как им хочется, так как они это видят, рисуют эту историю себе в тетрадь. Преимущество нарративной педагогики в том, что ребенок как бы путешествует вместе с героями в мире фантазий. Он сталкивается на этом пути с самыми различными ситуациями, попадает в круговорот событий, сталкивается с трудностями и выбором. И вместе с героями они принимают решения и несут последствия этих решений. Когда ребенок становится, как бы заходит в эту историю, он становится частью. Эта история становится частью опытного мира ребенка. Это не просто слова или что-то, что произошло с кем-то другим. Разум, мысль, тело и душа ребенка действуют сообща. И позже, когда дети делятся этим между собой, возникает своеобразная сплоченность. Теперь, возвращаясь к основной теме нашей конференции, разрешите пригласить вас на урок третьего класса нашей школы. Как я уже сказала, в третьем классе ребята изучают героев и мифы Древней Греции. Как я обычно начинаю урок, так я скажу сейчас и вам. Мои дорогие, сегодня я нашла для вас одну очень интересную историю. Это история о людях третьего рода и о жене Эпиметея Пандоре. Долгое время люди не знали, как пользоваться душой. Зрячие, они ничего не видели. Слушая, не слышали. Ходили по земле, как во сне. Подобно муравьям, они суетились как на земле, так и под землей в темных пещерах. Они даже не знали, что за весной следует лето, а за летом осень, а за осенью зима. Когда Титан Прометей это увидел, он решил пойти к людям. Принес им огонь и научил строить дома, читать, писать, считать и понимать природу. Он посвятил изумленных людей во все виды искусства. И люди усердно учились. Но потом Зевс вызвал Прометея к себе и сказал ему: «Ты научил людей работать и думать, и действовать, но ты не научил их самому главному, тому,
как они должны поклоняться богам и приносить им жертвы. Прометей сказал: «Люди будут приносить жертвы богам, а ты, Зевс, выбери, что они будут приносить в жертву». Прометей убил быка и поделил тушу на две части. В одной части было мясо быка, завернутое в шкуру, на которую он положил желудок быка. Вторая часть была из костей, но они были плотно покрыты жиром, так что костей было не видно. Часть, которая была покрыта жиром, была больше и казалась лучше. Прометей воскликнул: «Выбирайте, какая часть вам больше нравится. Какую часть ты, Зевс, повелитель богов, выберешь, то и будут люди приносить вам в жертву». Зевс понял, что Прометей хочет его обмануть, но он не показал этого и выбрал ту часть, которая блестела от жира. Прометей, улыбаясь, подошел к этой части и отодвинул жир, и Зевс увидел просто кости. С этого времени люди приносили богам в жертву жир и кости, а мясо оставляли себе. Но Зевс наказал Прометея. Он позвал к себе хромого бога Гефеста, искусного кузнеца. Зевс потребовал, чтобы Гефест вылепил молодую женщину. Гефест послушался, и вскоре перед Зевсом стояла прекрасная дева, какой мир еще не видывал. Богиня Афина дала ей красивую одежду, богиня красоты Афродита наделила ее очарованием, и Гермес, вестник богов, наделил ее даром хитроумного слова и приятным голосом. Зевс вручил ей золотой сосуд и назвал девушку Пандорой, что значит «девочка со всеми дарами». Гермес отвел Пандору на землю к брату Прометея Эпиметею. Когда тот увидел Пандору, он взял ее в свой дом вместе с золотым сосудом, и стала она женой Эпиметея. Прометей строго-настрого запретил открывать сосуд, но Пандору мучило любопытство, которому она вскоре поддалась. В один прекрасный день, когда Эпиметея не было дома, Пандора подкралась к сосуду и, собрав все свои силы, открыла крышку. С шумом и воем из золотого сосуда вылетели болезни, беды и несчастья. Они облетели вокруг дома и разлетелись по миру, который доселе не знал таких бед. Пандора испугалась и закрыла крышку. Но беды уже вылетели из сосуда, и осталась только надежда. Болезни и беды придавили надежды, поэтому в мир попала только маленькая часть надежды. Болезни и беды стали ходить по домам людей, и по пятам ходила смерть. Боль и тяжелые мысли будили людей ночью, и недобрые сны давили на них. Надежды, только надежды, было мало среди людей. Это была история Пандоры. Конечно, она на этом не закончилась, но в контексте сегодняшней конференции мы можем здесь прерваться и поднять взор чуть выше и войти в круг тем 4 и 5 класса, в мир Священного Писания. Схожесть Пандоры и Евы несомненна. Пандора — это Ева Древней Греции. В истории ясно видно, как нарушение одного запрета приводит к кардинальным переменам. Первоначальное бытие меняется. В истории грехопадения за преступлением Евы следует катастрофа космических масштабов. Человек, живший до этого в раю вместе с Создателем, становится вдруг существом, страдающим в муках своего эгоцентризма. Первоначальная связь с Господом прерывается. Личность превратилась в индивида, в цивилизованное, рациональное, социальное существо, загибающееся от смерти, болезни, ненависти, зависти и жадности. Но личность в этом индивиде сохраняется и надеется
на освобождение. Святой Амвросий называет Еву матерью человечества, а Марию он называет матерью спасения, давая понять, что можно спастись от последствий этой катастрофы, что это возможно. В церковной гимнологии Марию называют второй Евой и матерью всего живого, и также вратами небес и матерью новой жизни. В православной традиции Марию почитают прежде всего как Богородицу. Если Ева из-за непослушания стала матерью смерти и тленности, то дочь ее Мария стала благодаря вере, послушанию и кротости матерью жизни, матерью новой жизни. Надежда остается под замком сосуда Пандоры, но Мария сама становится сосудом, который внесет в себе надежду надежд Христа. Через него снова становится возможным встреча и приобщение к Богу. По духовной традиции Церкви состояние безысходности самое тяжелое для человеческой души. Что такое надежда? Как ее определить? Надежда неизбежно связана с тоской. Но за каждой человеческой тоской всегда кроется тоска по Богу. Тоска по единению. Тоска по потерянному раю. Школа святого Иоанна — это христианская школа. Что это значит? Прежде всего, что если мы стоим на краю пропасти и нет больше сил верить, что нашу тоску можно заполнить, то мы знаем, где получить чашечку чая, используя метафору отца Силуана Афонского. Одна девочка сказала, что если есть 1% надежды, то нет никакого сомнения в том, что из этого 1% может вырасти 100%. Точно! Но как? Как вырастает надежда? Противоположность отчаяния. Отец Серафим Саровский рекомендует в состоянии безысходности искать духовных друзей, которые дают надежду, милосердных, веселых и сильных. В контексте школы это можно понять по-разному. Как учителя мы можем стать такими друзьями для учеников, если потянем. Но преподаватель может и познакомить ребенка с теми людьми, которые несут в себе эти качества. Христианское наследие знает многих таких людей. И тогда они уже сами приходят на помощь. Ной, Авраам, святые пророки Илия и Елисей, апостолы Павел, Петр и Фома, отец Серафим Саровский, святой Николай, отец Сергий Радонежский и другие, и многие другие. Люди, реально существовавшие люди, такие же, как мы. Непогрешимые, а наоборот, грешные, но познавшие всеобъемлющую надежду, изменившиеся, переродившиеся. Если бы я могла вам описать, с каким выражением лица и насколько внимательно дети слушают эти истории. В нашей школе есть много и таких детей, которые живут не в христианских семьях. Когда я впервые вышла к ним, когда мы начали знакомить их с христианским наследием, я с содроганием души это делала. Я не знала, как это получится. Помню, тем летом, когда мы с другими преподавателями были паломниками в монастыре в Эссексе и встретились с сестрой Магдалиной, я несколько раз у нее спросила, как я должна рассказывать детям о грехопадении. Она сказала: «Просто расскажите эту историю. Она сама за себя все скажет». И вы знаете, так и есть. У меня мурашки бегают по спине, когда я вспоминаю реакцию детей
нашего первого выпуска, когда история дошла до того, что Ева взяла запретный плод. Они не могли сдержать испуга. По классу пробежался возглас: «Ах!». В этот миг я поняла, что они вместе с первыми людьми находятся в райском саду, и в их сердцах появляется одна структура, одно чувственное понимание. То же самое я ощутила, рассказывая им жития святых. С учениками пятого класса мы в этом году говорили об апостоле Павле, о его перерождении на пути в Дамаск и о его бесстрашии. И когда мы потом читали его гимн любви, когда дети наклеили этот текст в своей тетради, и один из них подошел в конце урока ко мне и спросил, может ли он показать этот текст своей маме, тогда я поняла, что родилось нечто глубокое. Ребенок интуитивно понял, что этот текст, эта энергия, или точнее, этот источник такого состояния души мог бы помочь его маме, мог бы дать ей надежду. Святой Исаак говорил, что отчаянный привкус ада. В нем появляются соблазны, смятение, раздражение, стыд, злость, неверные мысли, желание уйти. Единственный способ получить облегчение — это смирение, терпение, молитва. Следует придерживаться вере и простым вещам ежедневной жизни, проживая каждый день по очереди. По рекомендации святого Бенедикта, человек должен оставаться на своем месте и заниматься тем, чем занимается, и так хорошо, как это возможно, и со всей внимательностью. Внимательность — это то, что имеет значение. Внимательность — это ключевой момент во взращивании надежды. Насколько внимательно мы смотрим на своих детей, к чему приковано наше внимание? Духовная традиция церкви разделяет в человеке личность и индивида. В современном языке их часто путают, используют как синонимы. Но в процессе воспитания первостепенную важность имеет то, как мы смотрим на ребенка, как на индивида или как на личность. Обе стороны есть во всех нас, но только личность способна надеяться. Индивид тесно связан с материальным миром. Он биологического происхождения, определен видовой и социальной наследственностью. А личность — это Вселенная, наполненная универсальным содержанием. Она не рождается от отца и от матери, а происходит от Бога. Индивид чувствует обособленность, он эгоцентрично занят самим собой и отчаянно борется за жизнь. А человек-личность, тот же самый человек, превосходит свою эгоцентричную замкнутость. В нем открывается Вселенная. С этой точки зрения становится понятно, насколько важно сосредотачиваться на образе Бога в каждом ученике. Лишь личность в нас может надеяться, верить в возможность свершения экзистенциальной тоски, поединения. Предвкушение божественного единения можно ощутить каждый день, с каждым человеком. Особенную возможность для этого представляют дети. В них, несомненно, на переднем плане личность. И на нас лежит ответственность за то, чтобы они не стали индивидами.